Владивосток второй раз за две недели встречает океанского лайнера-гиганта. На этот раз визит в столицу Дальнего Востока нанесло круизное судно Quantum of the Seas, старший брат недавно гостившего в Приморье Spectrum of the Seas. Лайнер является первым круизным судном компании Royal Caribbean International класса Quantum. Quantum of the Seas может похвастаться необычными развлечениями. На лайнере есть автодром, скалодром и бар, в котором напитки наливает робот. Кроме того, на верхней палубе создана искусственная волна для занятия серфингом и аэротруба. Всего на борту лайнера находятся почти 5000 пассажиров. Для туристов в столице Приморья организована обзорная экскурсия по городу. Также будет предложено посетить городские музеи и прокатиться по Транссибирской магистрали. Я работаю певицей на лайнере. Это мой первый раз в России. Очень круто. Хочу прогуляться по городу, сделать фото вон там и вкусно поесть. Мы с моими друзьями собираемся посетить музеи. Для меня Владивосток – удивительный город. Мы празднуем на лайнере 80-летие бабушки. Да, а она все еще школьница и обожает историю. Это мой первый визит в Россию. Очень захватывающе. Я тоже здесь впервые. Да, здесь очень здорово. Здорово, я бы вновь вернулся сюда. Да, здесь очень мило. Много моря, вкусная еда. Круиз начался в китайском портовом городе Тяньцзинь, откуда круизное судно вышло в направлении Японии. В стране восходящего солнца лайнер посетил города Фукуока и Сакаи-Минато. Затем Quantum of the Seas направился во Владивосток. А далее круизный лайнер возьмет курс снова на Тяньцзинь. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.